Друзья, с вами Тутем Палта. Мы продолжаем играть в игру Epic Battle Simulator 2. И мы сегодня посмотрим уровни. Будем проходить. Кстати, у нас тут есть кустом. И кто хочет, я вам вот в этом видеоролике разрешу написать комментарий. Какие вы войска против меня поставить? Вот это вот ваша сторона. Это моя сторона. Короче, у нас будет вот такой вот конкурс. Сможете ли вы победить Тутем Палта? Ну, короче, вот предложите мне свои войска. Тут вот я вас, тут вот вам все вот, войска вот все показываю, которые вот у меня есть. Вот. Ну, короче, вы поняли. Буду ждать ваших комментариев. А мы сейчас приступаем к уровням. Чтоб я потренировался перед боем с вами. Так, у нас тут, значит, три лошади. Ну, три копьеносца, две пушки. И еще какие-то говнюки, да? Что мы сделаем? Мы, значит, тоже пушки не будем ставить. Мы поставим две катапульты. Вперед мы отправим наших рыцарей дорогих. Ну и все, можно и попробовать. Ну что у нас тут, замес пошел вон. Наши тут бьют. Хорошо бьют, кстати. Вон полетели. Так, отлично, катапульты работают. Вон конь вражеский бежит, тоже это плохо. Так, ну чё, давай мочи этого, ты копьенос, ты ж сможешь, как так-то? Улетел нахрен. Так, осталось только это. С пушками разобраться. Чего все за эту лошадь-то? Разберитесь с пушками. Пока пушки едут, вы можете зарядиться. Ну. Эх, беда. Залп пушки будет быстрее, кажется. Вот беда. Ладно. Еще раз пробуем. Значит. Ага. Предлагаю, можно вот нам поставить, значит. Вот так. Ну, мушкетчиков потом мы поставим слона. Еще мы поставим рыцарей на конях. Идеальная стратегия, ну чё. Погнали, вон слон сейчас уже собьет, да, так и будет. Мушкетчики тоже целятся, вон. Я лично рассчитывал на слона. Но его вон повалили безжалостно. Охренеть, вот это вот у нас тут бой не идет. Пушки в то время целятся в наших лошадей, да? Наши лошади тоже ведут атаку. И это любопытно очень. Охренеть. Да, плохо дело. У нас вон еще один мушкетчик стреляет, вон, красавчик. Пушку гаси. Отлично, он пушку загасил. Пацан, живи, беги. Беги просто. Братишка, тебе капут. Ладно, не то. Тогда мы... Ага. Направим... Троих коней. Вот таким образом. Плюс еще добавим рыцарей. Согласно, до хрена рыцарей. Ну и так вот мы, я думаю, победим еще двух обычных кулачников. Все, в бой. Я думаю, справиться. Да, должны взять. Тут мясо уже пошло. Эти дебилы целятся в моего коня, а?
Да где еще-то мои кони? И кони потерял, аж троих канистр. Чё-то плохо. Просираем, походу. Ага. Сколько у него там коней? Тоже 3 коня. А я вот так вот сделаю. Отлично. Плюс еще добавлю что-нибудь хорошее. Давай, пушка здесь будет. Тут у меня будет 2 мушкетчика. Все, в бой. Вот сейчас затащим, надеюсь. Отлично, минус 1 пушка с нашей пушки. Хорошо идем-то. Офигенно просто идем. Блин, пушка сзади. Эх, беда. Беда пушки, а у них еще одна пушка. Неплохо. Окей. Еще раз. Мы можем взять тогда спешл. Точно я возьму подрывника. Сюда подрывника, сюда. Плюс еще гигант. А потом это все одной катапультой и мушкетчиком задел. Вот так вот. Отлично, подрывники свое дело сделали. Гигант тоже пусть делает свое дело. Почти он справился. Почти справился. Теперь мушкетчик и катапульта. Кто же победит? Катапульта с дальней дальности, да? Отлично, наши победили. Мушкетчик затащил, красавец. Ну, катапульта тоже. Скоро себе спартанц куплю. Так. Окей. Тут мы что можем сделать? Ну, давай подорвем их всех на этой фазе. На этой фазе тоже подорвем. На этой тоже подорвем. Вот так вот подорвем. И добавим просто мушкетчиков. Вот тут вот сбоку. Все затащили. Да, подрывники все зарешали. Так, тут у нас... Ага, сюда вот я тоже направлю подрывников, только... возле подрывников сначала щитовики. Сзади у нас пойдут подрывники. Ну и, в принципе, неплохо. И одного мушкет давай возьмем. Одного мушкетчика, все. Давай, 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 замес пошел. Сейчас, если щитовики не справятся, справятся... наши подрывники. О, щитовики уже на этих побежали, отлично. Так, гаси. Отлично, молодцы просто. Вот теперь я стал тащить. Так, это чё? Это мы запросто решим. Сюда подрывник. А давай просто окружим подрывниками. И ещё поставим одного мушкетчика. Чё будет? Да уже затащили, это факт. Всё, разбомбили и всё.
Так, тут у нас что? Любопытная расстановка. Так, тут мы возьмем трех слонов. К слонам возьмем две катапульты по бокам. И я думаю, мы затащим. Ну да, так и будет, может, затащим. Этих уже раскидали мелких. Сейчас осталось с гигантами справиться. И все, мы затащили. Слоняры пока еще отвлекают. Только одного слона завалил. Ну, двоих и че. Но зато сейчас катапульты зарешают. Ой, успокойся. Так, дальше. Ага. Ну опять подрывник. Одного подрывника даже можно. А все остальное зарешает мушкет. Хотя не сделаем покруче. Огонь из артиллерии у нас будет. Пушечный. Отлично. Хотя, я думаю, надо бы еще было поставить подрывника, да, это проигрыш. А может и не проигрыш. Не, это проигрыш. Давай, значит, двоих подрывников. Раз подрывник, два подрывника. Плюс я это все сейчас по бокам загоражу щитовиками. Так вот бокс загоражу, чтоб хрен попадали. И еще поставлю катапульты. Вот теперь вот так вот мы и поговорим. Вот сюда вот прям. Отлично. Отлично просто. Армию свалили, осталось только сейчас вот с этими справиться. Все. Зарешали. Так, тут у нас кавалерия, да. Кавалерия побежит, как говорится, прямо по этому. Раз, два, три. Потом сюда. Раз, два, три. А посередине тоже два великана. И посмотрим, кто кого. Отлично, уже лошади нет. Но у нас еще один подрывник. Ну что, кто победит? Два великана против этих или кто? Кстати, у него какие-то великаны прокачаны. Что за хрень? А как мне качать своих великанов? Очень интересно. У него, значит, все прокачано. Как мне это вкачать? Ну ладно. Ага. Значит, делаю вот так. У меня будет вот так две катапульты стоять. Сюда я поставлю. Два спешла в этот раз. Раз, два. Раз, два. И сюда два. Все. Че, все эти взорвались? Ну, нахрен, великаны подходят. Ты че, камнем не берешься? Ну, бог дело. Ну, отлично. Одного снесли, теперь этого надо.
Дам воздухом по башке, это мало. Не, это провал. Ладно. Тогда мы пойдем вот так. Вот так вот пойдем. Плюс еще спешл. Ну, я имею в виду подрывников. Вот так все отлично. Хорошо пойдем. Интереснее уже стало. Короче, мне кажется, мы победили. Любопытно так. Хотя лошадей тоже сносит. Великана лошадей догнать не мог, а лошади тоже свой урон наносят. Но они тоже вот потери несут наши лошади. Это будет надолго. Что у вас тут творится-то? О боже. Не, это провал. Окей. Эпик я не могу. Что я могу? Пушечный выстрел. Плюс. Катапульта. Плюс. Я поставлю двух подрывников. Сюда. Плюс добавлю мушкетчика. Все, вот это вот беспроигрышная тактика. Отлично. Просто отлично. Ну что ж, дорогие друзья. Я вас прошу, вот не забудьте, вот просто вот. Пожалуйста, не забудьте вот написать мне вот акустами и написать мне, какие вы войска хотите против меня поставить. Вот, например, вы пишете армию мушкетчиков против Тутемпалта. Я, например, против вас ставлю бомбардир. И все. Ну, короче, мне очень хочется сразиться со своими подписчиками, поэтому прошу, не забудь мне написать в комментарии, кого вы хотите против меня в бой поставить. Я с радостью с вами посражаюсь. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутемпалт. Всем до скорых встреч, всем пока.